Приветствую вас, дорогие друзья. Ну, вот мы уже сколько с вами общаемся, и у меня удивительные ощущения по поводу того, как интересно слушать ваши сообщения разного рода. Сейчас потихоньку кончается, судя по всему, карантин. Заканчивается это состояние, когда мы должны сидеть дома. Возникает новая ситуация. Сейчас у меня несколько вопросов к вам, потому что надо продолжать работу над фильмом с вашей помощью. Как по-вашему, заканчивается эта новая ситуация или только это меняется? Или заканчивается, мы вернемся снова к той жизни, когда мы могли ходить куда хотели, ходить в кино, в театры, на улице, общаться с друзьями? Как вы думаете? Какие ощущения, когда вы возвращаетесь обратно к той жизни, которую имели до этого? Ваши ощущения выхода на улицу, вот по-настоящему ощущение, новое ощущение свободы. Снимите себя на выходе, как вы чувствуете, может быть, с другом или с каким-то человеком, который может вас снять. Потанцуйте на улице, если вам хочется, делайте, что хотите, неважно. Сейчас мне важно ваше ощущение. Когда вы выходите на улицу, выходите из дома, выходите из этого состояния, которое почти как заключение. Какие для себя сделали открытия, пока вы находились в этой самоизоляции? Для себя, как вы себя понимаете? Этот вопрос такой сложный. Я вот лично думаю, что для меня этот период очень важен для того, чтобы подумать, пообщаться с вами. Общаться с близкими у меня дома, людьми очень важно. Я бы хотел знать, что какой бы совет вы дали вот властям, там, президенту страны, или там губернатору, или мэру города. Это важно. Ваши советы будут нужны для нашего фильма. Ну, главная просьба снимать. Вот горизонтально телефон поставьте. И ваши рассуждения любые мне интересны. Ваши лица и, главное, ваши сердца. Жду ответов. С Богом.